Не секрет, что в последние годы в Европе и в Штатах наблюдается неуклонный рост антисемитизма. И хотя это довольно большая тема, есть все же ясные причины, которые нельзя не замечать. Политическая поляризация, подъем крайне правых и крайне левых политических движений привел к усилению антисемитской риторики и настроений. Социальные сети. В последние годы увеличилось распространение антисемитского контента, что сделало высказывание антисемитских взглядов и убеждений почти привычным. Иммиграция. Приток беженцев и иммигрантов из преимущественно мусульманских стран привел к росту антисемитских инцидентов в Европе. Не секрет, что вместе с беженцами в Европу едут и радикальные исламисты, несущие в новую среду свою антисемитскую и антиизраильскую философию. Экономическая тревога, нестабильность и неравенство радикализируют общество, заставляя некоторых людей примыкать к крайне правым и крайне левым политическим силам, о которых я уже упоминал. Так что ничего не происходит без причины, и антисемитизм – это своеобразная тревожная красная лампочка. Как только она загорается, можно быть уверенным. Где-то замкнуло. Подписывайтесь на этот канал. Помните, что каждый лайк помогает продвигать видео.